Продолжаем выпуск. МОСШУС – крупнейшая B2B-выставка обуви в России и Восточной Европе. В рамках четырехдневной плодотворной работы участники имели возможность наладить контакты с потенциальными клиентами, обсудить сотрудничество на поставку брендовой продукции, а также поделиться опытом. И нашим отечественным производителям тоже было что показать. Чем же отличилась экспозиция в этом году, а также об участии ведущих узбекских компаний, знает наш корреспондент. Из солнечного Ташкента в дождливую Москву. Порядка двух десятков компаний из Узбекистана привезли на традиционную выставку МОСШУС обувь под любой весенний каприз. Представлен широкий ассортимент моделей и размеров. Мужские туфли, женские лодочки, детские ботинки. Также имеется и специализированная обувь. Ярко, красиво, самое главное, удобно. Продумано все до малейших деталей. Отдельного внимания заслуживает оригинальный дизайн. Я представляю компанию из Германии. Фирма называется «Фагус». Эта компания уже более 100 лет занимается изготовлением обувных колодок. Компания является одной из ведущих на мировом рынке. Естественно, что мы очень хотим сотрудничать и уже сотрудничаем с узбекскими производителями обуви. В частности, у нас есть уже контракт и уже выполнены несколько заказов для компании Vody Shoes. Нам очень большой оптимизм внушают процессы, которые происходят на Узбекистане. Мы видим, что государство старается поддерживать, особенно последние годы, местных производителей. И мы надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться, укрепляться с узбекскими компаниями. Цели большие, но реально осуществимые. Особенно вот на такой экспозиции. МОСШУС – старейшая, крупнейшая и престижнейшая в России и в Восточной Европе B2B-выставка с высокой посещаемостью. А количество участников превышает тысячи брендов из порядка 50 стран. Потому и готовились соответственно. Расширяется ассортимент обуви как в самих компаниях, так и на объединенном стенде ассоциации «Узбек Чарм Сануат». А еще растет клиентская база. В географии сотрудничества страны практически всех континентов. Развитие и культуры ведения бизнеса в Узбекистане находится на достаточно высоком профессиональном уровне, что дает возможность нам, предпринимателям из Российской Федерации, оперативно и эффективно сотрудничать. Также хочется отметить, что обувь, произведенная в Узбекистане, позиционируется на российском рынке как более качественная, средний и более высокий ценовой сегмент, что является тоже ключом к успеху, на мой взгляд. С проверенными временем, как и с новоиспеченными партнерами, надолго здесь не прощаются. Очередная встреча состоится совсем скоро в Ташкенте.